Кстати, фонд общественного мнения посчитал, что продолжать работать после достижения пенсионного возраста предпочли бы около половины трудоспособных россиян. Несколько чаще других выражают такую готовность мужчины, люди с высшим образованием, со средними доходами, жители городов с населением от 250 тысяч до миллиона человек. Кроме того, сейчас обсуждается предложение, согласно которому каждый человек по достижении пенсионного возраста будет иметь выбор, получать ли ему сразу полную пенсию или отказаться от нее на 5 лет, а по истечении этого срока получать ее в большем размере. И вот как выглядят данные опроса. На вопрос, вы допускаете или исключаете возможность отложить получение полной пенсии, большинство респондентов, а это 61%, сказали, что исключают. 18% готовы подождать, чтобы впоследствии выиграть в деньгах. 21% опрошенных ответить затруднились.